Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю распаковку Шопкинсов 6 серии в баночке. В конце видео я вам покажу свою коллекцию, которую я пока собрала. Давайте начинать! Так. Открываем, достаем наши Шопкинсы. Так. Ай. Вкладыш. Так. Во, все. Так, теперь надо это открыть. Так. Мне попался. Что это такой сырок или хлебушек? Я не знаю. Сейчас посмотрим. А здесь... Вау! Здесь что-то редкое мне попалось! Круто! Сейчас посмотрим. Так, ой. Это рецептик. Я потом покажу, куда эти рецептики надо положить. Пока сюда положу. Так. Так, что нам попалось? Посмотрим, какие Шопкинсы. Так, сейчас... Вот сейчас я положу вкладыш, чтобы было удобно. Так, что-то я пока наших Шопкинсов не вижу. Так, это не наш Шопкинс. Интересно, какие же нам Шопкинсы попались. Так, интересненько. Интересненько. Так, кажется, я нашла один наш Шопкинс. Вот он, да, на него похож. Это, наверное, какой-то сыр, да? Это или какой-то сыр, или творожок. Ну, это, скорее всего, сыр. Да, потому что это какой-то будет бургер, получается. Это сыр у нас такой. Большой сыр. Так, потом. Вот этот редкий Шопкинс, сейчас мы найдем, где он. Наверное, на другой стороне, потому что тут я уже не вижу. Так. Вот он, посмотрите. Вот он. Вот этот Шопкинс, сейчас посмотрим. Он супер редкий, круто! Он у нас супер редкий, мне впервые попадается супер редкий. Круто! Так, такие Шопкинсы мне попались. Сейчас я вам покажу, вот куда надо такие рецептики, вот если вам попадались, их надо ложить. Я сейчас вам покажу всю свою коллекцию. Вот мне в баночках попадались вот такие герои. Это моя первая баночка была. Там мне попадалась кукурузка. Ее еще вот такую кукурузу называют как молодая или как сладкая кукуруза. И салат. Сейчас я их вот так положу. Во второй раз мне в баночке попались вот эти. Это карамель и присыпка, как я поняла. Сейчас поставлю, чтобы не падали. Так вот. В книжке, которая у меня была первая из этого выпуска, мне попался вот такой... Так, сейчас вам потом покажу. Вот такой салат. Это повтор у меня такой же. Вот. Так вот, в домике. Ну и в третьем, как вы уже поняли, мне попались вот эти вот. Это пока все, что у меня собралось. И у каждого шел такой свой рецепт. Вот, посмотрите. Каждый такой рецепт шел. И я как недавно узнала, эти рецепты надо сюда складывать. Поэтому складываем раз рецепт, два и три. Вот у нас уже три рецепта. Закрываем, и вот получается книжка такая с рецептами. Так, ну вот. И Шопкинс. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!